С нами главный тренер Амура Андрей Мартемьянов. Андрей Алексеевич, очень зрелищный матч получился. Сегодня удалось забросить 4 шайбы. Почему все-таки не удался финальный штурм? Ну, отдать должен сопернику, очень грамотно оборонялись, команда агрессивно играет в обороне, не дали, в принципе, голову поднять даже. Но моменты были, надо, конечно, использовать. Я претензий к ребятам по самоотдаче и по желанию выиграть, по игру вообще никаких нет. Сегодня очень активны были Алекс Бродхерс, да, который оформил дубль, Гнат Коротких. Вот как оцените их игру? Ну, я бы оценил не только их игру. Что забили голы, молодцы, но многих ребят тоже. У нас все-таки сегодня были моменты очень хорошие. Создавали сами, и соперника заставляли ошибаться. Единственное, использовать так, конечно. По статистике, Амур хорошо достаточно проводит первый период, и не все удается во втором и третьем игровом отрезке. Вот видите в этом проблему, как это все-таки исправить? Ну, в основном выхлёстываемся в первом периоде, конечно, парни, желание огромное. Мы и 2 гола забили, скажем так, очень здорово играли. Соперник добавил во втором периоде, очень хорошо делают наложения, свеженькие были. В этом плане, конечно, нам подрабатывать надо. Спасибо большое, хорошей игры на выезде. Это был Андрей Мартемьянов, коллеги, вам слово.